Что касается миротворческих учений, которые вот сейчас в эти дни происходят на территории Республики Беларусь, мы изменили немножко формат его проведения, но тем не менее. И спасибо белорусской стороне, что они посчитали возможным провести такие учения. Это плановые учения, они никак не связаны с той ситуацией, которая сейчас складывается в Республике Беларусь. Есть особенности этих учений, ну, в том числе такие, что, допустим, там практически все участники этих учений, они, значит, с опытом участия в миротворческих операциях, в том числе и под эгидой ООН. То есть это такая хорошая будет площадка для обмена опытом. Второе, то, что мы впервые на таких учениях развертываем миротворческую миссию из числа сотрудников секретариата ОДКБ и Объединенного штаба. Стоит цель для того, чтобы отработать разрешение полномочий, функций между командованием миротворческих сил и миротворческой миссией, координация вопросов военных, гуманитарных, политических, информационных, которые должна заниматься миротворческая миссия. Это новое. И мы в этих учениях, помимо отработки тактических действий, собираемся и эти вопросы исследовать и посмотреть, как это будет работать, хотя бы в первом приближении.